спонсор прогноза погоды ЗАО «Эвалар». Если смена погоды ухудшает самочувствие, принимайте лекарство «Гинкоум». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» – фитотерапия от «Эвалар». Это прогноз погоды на понедельник, 22 августа. С вами Наталья Хухлаева. Здравствуйте! Дожди не уйдут с территории края и в начале новой недели. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов тепла. В Алейске, Кулунде, Рубцовске и Славгороде плюс 18, плюс 20 тепла и небольшой дождь. В Бийске, Камне на Оби, Заринске и Тальменке облачно и тоже небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, плюс 18. В Белокурихе и Змеиногорске пасмурно, без осадков и всего плюс 18. В столице края облачно, небольшой дождь, плюс 18. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Это все о погоде. Берегите свое здоровье. Всего вам доброго!